Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Если вы, ребяточки, которые перешли просто на данную сочно-аппетитно-нагибаторскую картиночку и ожидали здесь увидеть страйкер ХТ в моем гараже, то я могу сказать, красавцы, ребят, кликбейтанулись, молодцы, поставьте дизлайк, выйдите с данного видеоролика. Ну а сегодня мы поговорим вообще о тех движениях, которые у нас произошли вчера в игре. У нас сегодня уже x2 фонды имеются в игре, имеется страйкер ХТ, о котором, безусловно, я хочу сегодня вместе с вами поговорить и рассказать вообще, насколько быстро он попадет в наши челленджи. По моему мнению, это может произойти уже, если уж не на следующих, но через парочку-троек челленджей он попадет. И поэтому все те ребята, которые сейчас думают, покупать данный скин или не покупать, я могу сразу с уверенностью сказать, ребят, ну что у вас, лишние 3000 рублей есть? Ну если есть, можете взять, ну а так, ну зачем, бесполезно это, траты денег ваших, и по большей части, безусловно, все это дело рано или поздно будет у нас в челленджах. Офигенный скин, просто крутейший реально скин. Единственный момент, который мне не понравился в данном скине, это то, что сзади, ну, явно просится что-то такое прям вот сочное, аппетитно-нагибаторское, чтобы оно выглядело как-то вообще просто круто, бомбически, но нету именно таки сзади ничего. Зато сбоку вот этот вот дракончик, это просто красиво, дуже красиво сделано, и я оценил, честно оценил этот страйкер, думал, что его сделают похуже, сделают каким-то, ну, не настолько красивым, вот, например, в каточке вы прямо сейчас его и видите. Я вот думал, знаете, как, ну, сделают, то есть, парашу какого-то говна, да, но здесь я могу сказать с уверенностью, что сделали довольно-таки прикольно, такой вот дракончик, я бы сказал, даже именно так я его вчера на стриме назвал. Не знаю, что там и с чем оно вообще должно было быть связано, но я его назвал просто дракончиком. И, как по мне, довольно-таки аппетитно все это дело, конечно же, выглядит. Так, у нас на выходных данных, ребят, очень много интересных движений происходит. Безусловно, это x2 фонды, безусловно, это x2 голды. Это крутейший фарм для всех тех ребят, которые еще не успели набить звезды, либо думают набивать, не набивать, то, безусловно, это крутой движ, и я всегда поддерживал в нашей игре то, что происходят такие вообще, ну, я не знаю, как их назвать, ивенты, акции, что-то в этом духе у нас, в общем, происходит. К слову, какой-то парниша на ветеране тут был против, ничего себе, вот это не понял я прикола, ну ладно. Это круто, x2 фонды при всех тех раскладах, когда вы набиваете именно такие звезды, это круто, вы быстро фармите кристаллы, при этом все это дело сможете еще и потратить. У нас имеются также скидочки, про магазин 25-очка тут все понятно, как бы денег особо не надо, 25% и как бы и так нормалек, МПК 25-50 условно говоря поставить на один шажочек, явно никому не советую прокачивать еще, я не знаю, сколько времени у нас явно где-то до день рождения танков не будет нормальных именно таких акций в этом плане. Ну, пока все хорошо у проекта в плане доната, в плане вообще реализации своих идей в каком-то роде. Ну, именно таки там каких-то акций, боевые пропуски, денежка есть, и значит скидок пока никаких хороших нету. Что же касаемо именно таки спецпредложения, которое сейчас у нас появилось в гараже за 399 рублей. Ну, это просто фиаско, братан. Ну, что там можно говорить про него? Ну, зачем его брать? Ну, вот серьезно, ну зачем? Там 100 тысяч кристаллов, 5 контейнеров, и что еще там было? Что-то еще было? Ну, в общем, там не суть. 300 припасов, если не ошибаюсь. Но это такое вообще. То есть, если сравнивать, например, данную спецуху с промокодами Кеннин, маленький промокод Кеннин за цену даже меньшую, чем вот дана именно-таки на данном спецпаке, можно было приобрести 10 контейнеров, красочку, герой Кеннин, плюс 100 тысяч кристаллов и вообще изикатка, никаких проблем. Поэтому, ребят, ну то есть тоже как бы, ну, очень спорное решение. Я не думаю, что многие ребята там ради этих 100 тысяч кристаллов сейчас покупают спецухи, либо ради 300 комплектов припасов. Ну что это вообще, это хрень какая-то, как по мне, вообще полный бред. Поэтому в этом плане я, конечно, ничего не поддержал, ни скидки, ни спецухи вообще ни о чемовские, ни тот страйкер за 3000. Да, выглядит сочно, выглядит круто, но, сука, но он не стоит 3000, ну вы что, долбанули, что ли? 3000 рублей выдавать за скин, за что? За просто иконочку, вот эту вот картинку?
И что? А зачем мне она надо, ё-моё? Я через пару месяцев ее получу в условных челленджах. Ну, а смысл брать? Ну, реально, все, ребята, у нас сейчас сделано именно до такой, вообще, не знаю, как ее сказать, функции, движений, ну, как хотите, так и понимаете. Ну, в общем, ну, глупо, глупо реально тратиться на такие вещи. И, в общем, и в целом я могу сказать только одно, то что когда в игре у нас происходят всякие X2 фанды, голдики там повышенные, это, безусловно, уже в наше время сейчас не бьет ни по какой экономике, потому что, в общем и целом, у всех тех ребят, которые давно играют, у которых имеются легенды, уже все давно выкачано, и по большей части остается только, ну, в какой-то степени прокачивать дроны, радоваться, ну, тем ребятам радоваться, которым нравится играть, нравится нагибать. Ну а для всех тех ребят, которые всего добились, все у них есть, и голды, и кристаллы, те ребята, конечно, по большей части прокачивают каких-то мультов и ни в чем себе не отказывают. К слову говоря, сегодня я думаю, что еще один видеоролик у нас появится на канале, который будет связан именно таки уже с получением 2000 звезд, с нашим скином Legacy. Как вы видите, у нас именно таки осталось уже меньше соточки. А это значит, что сегодня мы все это дело сделаем, откроем контейнеры, посмотрим, что там вообще в принципе дропнет. Надеюсь на что-нибудь уникально крутое. Возможно, даже попробуем выбить тот же Striker HT, может быть, дропнет. А вдруг бывает, ну всякое. Но я, конечно, не верю в такие совпадения, то, что мне может дропнуть Striker HT, то самое HT, которое мне так сильно нравится. Но бывают такие совпадения, увидим, что у нас будет в этом плане, поэтому сразу уже забегаю вперед, то, что сегодня у нас второй видеоролик будет. Ну и, конечно, для всех тех ребят, которые хотят провести время со мной, приходите на стримы, и сразу же после данного видеоролика, я думаю, что там спустя каких полчасика мы уже запустим стримчанский и на изи каточке тоже вместе с вами покатаем, пообщаемся. И совсем-таки скоро, если уж еще чуть вперед забежать, мы начнем бить звезды на последнем уже аккаунте. 4000 звезд у нас уже набито. Ну и в общем и целом где-то у нас более 6000 звезд получится за данный ивент. К слову, это будет самое большое количество звезд, которое я набивал на протяжении одного месяца в нашей любимой игре. Вот такой вот ролик у нас сегодня получился. Если он вам понравился, ребят, и если вам понравилось вообще мое мнение по поводу вот этих вот всех акций скинов, можете еще что-нибудь дополнить к моему вышеперечисленному, вышесказанному в комментарии. Интересно было бы вообще услышать ваше мнение по всему этому делу. Согласны вы со мной, не согласны? Нравится ли вам тот же скин Страйкера ХТ? Ну, как по мне, реально крутой, сочный, аппетитный, нагибаторский. И тут я вообще ничего не могу сказать против. Сделано круто. Да, может, какие-нибудь там корректировочки можно было бы еще замутить, но вообще, в общем и целом, круто, круто, реально круто. Поэтому отписывайте в комментарии, подписывайтесь на канал, если, ребят, еще не подписаны. Лукас на данный видеоролик, конечно же, быстренько аппетитно нагибаторски ставим. Больше лайков, больше мотивации, больше видосов у нас, соответственно, выходит. С вами был Мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!